Каждый день работники ЛТД «Трумыс» своими руками разгребают горы, нет залежи мусора. Доставать отходы из этих глубоких контейнеров особенно трудно. Такие пластиковые мусорные баки установили в прошлом году в микрорайоне Нурсад. Но обещанной пользы от них ни жители, ни коммунальщики так и не увидели. Эти контейнеры изначально относились не к нам, они относились к «Орион» новой технологии. Потом все это нам передали. Но у нас, я же вам опять сказал, нет специальной техники, чтобы вот это все вывозить. Мы сейчас пригласили, чтобы две техники работали. Это эвакуатор и, вы заметили, трактор, да? Здесь вообще, по идее, должна одна техника работать. Это сколько рабочих сил, вы заметили? Из 50 установленных подземных контейнеров спустя год остались невредимыми только 30. То ли повлияли погодные условия, то ли слишком много мусора выкидывали жители, но пластиковые баки не выдержали. А ведь на них было потрачено почти 30 миллионов тенге из государственного бюджета. Видимо, просчитались чиновники, надеясь, что европейские мусорные контейнеры приживутся у нас. Об этом красноречиво говорила начальница ЛТД «Трумыс» на городском совещании. Если честно, убираться на территории микрорайона Нурсад нас заставляют. Мы отказывались, но все равно. Из-за того, что компания «Орион» новые технологии не успевает делать свою работу, очищать город от мусора, нас заставили взять на себя часть их обязанностей. После этого заявления чиновники решили вернуть микрорайон Нурсад прежней мусороуборочной компании «Орион. Новые технологии». Приступив сегодня к работе, сотрудники организации первым делом решили поменять мусорные контейнеры. Мы закроем пластиковые контейнеры, законсервируем, можно сказать, чтобы туда люди ничего не бросали. Вместо них приведем новые железные мусорные баки. В микрорайоне Нурсад нужно установить около 100 таких контейнеров. Но несмотря на все меры, микрорайон утопает в мусоре, жалуются местные жители. Толкын Капсамалова возмущается, что мусорщики некачественно убирают отходы, а с едким запахом отбросов люди устали бороться. Мухи тут везде из-за мусора. Дышать невозможно. Когда, наконец, уберут мусор? Мы за что платим деньги? В компании «Орион. Новые технологии» обещают очищать микрорайон Нурсад от мусора 2-3 раза в день. Сдержат ли мусорщики данное слово, покажет время. Знара Бекбалаева, Ильдар Жунусканов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».